Всем здорово! Ну что, друзья, настало время обзора и распаковки посылки, о которой я говорил на прошлом видео. Давайте посмотрим, что лежит в этой посылке. Четкая, офигительная, шикарная. Не буду томить, я заранее уже позаботился о том, чтобы открыть посылку. Первое, в этой посылке, когда я открыл, лежал вот такой конвертик. В нем одна открытка с подарочными промокодами, целых 4 промокода, это то есть на следующие 4 заказа я могу воспользоваться скидкой, промокодом, скидка на 300 рублей. И неважно, на эту вещь, которую я выберу, будет акция или без акции, неважно. 4 промокода. Возможно, на них я сделаю розыгрыш. И небольшой буклетик. Спасибо, что вы с нами. Почему пришлось чуть-чуть подождать. И это, кстати, большой плюс, так как я ожидал посылку в течение 7 дней, но немного задержалось, дней 10-12. Но в итоге посылка до меня дошла. За этот буклетик отдельное спасибо. И за этот мини-бонус с промокодами тоже спасибо. Так, а теперь самое главное. Заказывал я себе со своим отдельным дизайном футболку и свитшот. На рисунке изображены парень и девушка, огонь и вода. Сейчас я вам покажу вторую вещь, а потом я примерю и зацените, как будет сидеть на мне. А вот это вообще офигительная вещь. Сейчас поймете почему. Тоже с отдельным моим дизайном. Это свитшот, обратите внимание. И самая фишка в чем? Я долго думал над дизайном свитшота и футболки. Согласитесь, ребята, офигительная штука. Одеваешь свитшот. Спереди рисунок говорит о том, что ты занимаешься спортом, занимаешься бодибилдингом, прокачиваешься. Сзади логотип моего канала и просьба не забудь подписаться. Дополнительная реклама и пиар моему каналу. Ну что, давайте теперь я примерю. Примерил, оцените, пишите в комментах, как вам. Здесь, конечно, не видно в полный рост, но я уже успел посмотреться в зеркало. Отвечаю, смотрится вообще шикарно. Я очень доволен дизайном, и материал здесь идет, как вам объяснить, премиум класса. В общем, там было 3 выбора: обычный, простой материал, люкс и премиум класс. Я выбрал самый четкий вариант. Сухо, хорошо видно. И теперь со спины. А теперь одену футболку. А вот это
футболочка с моим личным дизайном. Парень и девушка. Суть этой футболки – страсть. Разговоры 18+ отложим. Короче говоря, я доволен дизайнерами, доволен ихней работой, доволен качеством одежды, материалов. А на этом пора заканчивать видео, так как у меня впереди еще 3 посылки, на которые мне нужно будет сделать обзор и распаковку. Пишите в комментах, как вам дизайн толстовки, как вам дизайн футболки, понравилось ли вам, как смотрится на мне, понравился ли вам рисунок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выходы моих новых видео. Не забывайте делиться моими видосами с друзьями. Всем удачи!